Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Робби, енот, пацанчики, поздоровайтесь. Здорово. Привет. Все поняли с названия, что мы сегодня играем очень крутую хоррор-карту в Гаррис моде. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Хочу вкратце сказать про эту карту. Это карта, с чего начался вообще мой канал. Это первая карта хоррора, которую я записывал на свой канал 4 года назад. Ее очень сильно обновили, изменили, добавили классных ивентов и звуков. Мы будем начинать. Пацаны, вы готовы? Да. Хочу спросить, как вам вообще звуковое оформление на этой карте? Мне кажется, очень круто сделано. Да. Показывайте, очень. Что можно. Дима? Вот этого раньше не было. Какие-то звуки, смешки. О, это электрический стул. Я растворился в воздухе. Так, смотрите, что тут есть? А давай ты, давай. Что посильнее тебя замочило. Просвещение. Да, посвящение в хорроры. Давай, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Серега, смотри, что еще можно. Иди туда на свет. О, помойка. Люблю помойку. Ой, енот сгорел. Воу, тут слендер нарисованный, ты видишь? Да. Енот, иди на мусорку на свет, за тебя мусорка светящаяся. Угу. Ждем. Димас, о, ты не против? О. Я в вулкан схожу. Давай. Срать хуй. Давай. Это ты оставил кровавый понос? Ой, это сыклини, что ли? Фу. Идемте сюда. Воу, здесь круто. ППшник. Еще ниже есть. Смотри, голограмма. Да. Воу, мне так нравится проходить хорроры. Тысячу лет это не... А как ты вылезло? Я ключ взял какой-то. Я ванну как бы затянуло что-то. Серега, смотри, тут в микроволновке кошка жарится. Именно кошку зажарить, вот же водеры. Ну это квартира китайца, Дима. Да, я понял. Голова, смотри. Офигеть. А, ну это уже не китаец. Это уже жестко. О, вот челик, когда этот дом был. Ух ты. Что это такое? Я не знаю. Что-то по... Не шуми. Звонок. О. Что это? Тут чели какой-то. Дверь прилетела. Класс, револьвер. 7 дней сказалось? Да. Звонок, смотри, сейчас вылезет. Смотри, смотри на телек. Что будет? Ничего? Ничего. Слышь ты, блин, а? Вылазь. Тут цветочки. Нет, что-то надо еще сделать тут. Давайте здесь посмотрим. Димас, чувак. Тут это... Какая-то карта. Да, бери ее. Воу, такая музыка стрёмная играет. Ого, бутылки крепкие. А так, идемте было, дальше. Идемте отсюда, там еще куча всего есть. Пошли. Мы вроде тут сделали все по квесту, чётенько. Возвращаемся. А можно вернуться? Нельзя. А подожди, тут это, смотри. Тут и тут не все. А что тут еще? Тут мишку надо взять. Тут надо взять мишку, какую-то фотографию. Так все. Ой, арбуз взорвался. Да ты кинул. А где ты? Я тебя не вижу. А вот я вижу. Ой. О, тут открылось. Я взял портрет и что-то произошло. Все, пошлите сюда. О. Классная карта. Там батюшка стоит, смотри. Исчез батюшка. А, вот он. Вот. О, башка оторвалась у него. Батя, тебе нормально? Да нормально. Ой, я помню. Погнали играет. Вот он, батя, вот он, батюшка. Ой. И чё? Дима, я не могу выйти. Меня девка из звонка испугала. О, прикольно, Серега. Я с могилы вылез. Я с девкой... Ой. Да. Чё? Непонятно ничего, но очень интересно. О, Серега. Смотри, есть еще трупешники. Чё, покопать может надо тут? Трупейшены? Пацаны, я в этот, в колодец. О, прикольно. Откуда ты пыхнул? Я так и не понял. Ух ты. Лезь. Она меня притянула. Да что-то толкивает. Слишком много всего. Согласись, карта крутая. Димас, кровавый фонтан.
Где? А, я помню, вот здесь вот. И там челик лежит, отдыхает на нем. А, я вижу зомбак. Не, не берет его такое. Он шевелится еще. Так, а что у нас тут? Жизни, да, можно взять? Так, Серега, давай сюда сходим. Давай. По-любому что-то тут есть, 100%. О! Девочка плачет, опа, слышишь постоянно? Да, да. Зомби, зомби, зомби встали. А что, не просто? О, замочил, всё. Красава. Этот лежит. Он оживет сейчас, наверное, да, когда я буду идти? А вот его, наверное, ноги запасные. Так, мы тут были. Вот. Может, в могилу снова прыгнуть? Опа, меня не пускает она. И меня не пускает. Так, значит, нам туда нельзя. Идем назад. А я там видел какое-то место, Димас. Возможно... Давай вот сюда. Давай сюда. А где ты? Я на спауне тебя, короче, жду. Я не понял, я не видел, куда ты побежал. Карта запут... А вот. Вот. Давай сюда. Мы еще не были, по-моему, вот здесь, Димас. Вот. Давай, смотри. Давай, давай, давай. Вот здесь мы не были. Погнали. Я арбалет держу, о, на всякий случай. О, челик еще один отдыхает. Купается. Вставай. И на работу, Иржан. На работу, шашлык. Патрончики. О, аптечка. О, нычка. Да что ж такое, она мне тпхнула. Так, подожди, куда она? Сюда. Сюда, сюда. Там мы еще много чего пропустили, я так понимаю. Погнали. Там еще можно на второй этаж залезть. О, так мы сейчас и на второй этаж полезем. Смотри, челепиздриха, привет. Димас, опять тебя. Да блин, ты задрала, испугала меня. Офигеть, что за призрак? Давай за ним, за ним, за ним, побежали. Давай. Так, сюда. Смеется, смотри. Что-то я не помню этого. Это обновленная версия. Много чего нового. Да, вообще, и, кстати, мне кажется, графон допилили, всякие эффектов побольше. Она тогда вообще была лысая, такая скучная. А тут прямо, знаешь, хочется ходить и изучать. Так, сюда. Да, она и раньше. Она была полностью лысая. Уже канализацию. Да она, чувака! А, не. Так, сюда. Я помню версию, там, где вообще не было даже канализации. Да, блин, дурак, испугал меня. Фу. Че ты ржешь? Реально испугался. Опа. Гравити ган. Куколка. Взял. А куда ее? Find the dead girl corpse. Может, надо отнести? Надо на могилу. Может, вот сюда? Вот. Мне кажется, сюда, Димас. Нет. Иду, иду, нет, иду. Не сюда. А, сюда, а могила, надо... которая, помните, из которых вылетали? А, откуда вылетел призрак? Но в ту могилу и положить, да, надо. Полетели. Мы побежали. Где? А вот след еще видно. Видишь, след остался? В воздухе чуть-чуть. Ага. Но его уже очень плохо видно. Сюда, да, вроде было? Да, 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 да. И куда? А, вот сюда, вот сюда. Да. Вот сюда, по-моему. Вот сюда. Мы пройдем сейчас. Так. Мужик в могиле купает в ванной. А, нет, не сюда. Тут револьвер, кстати, лежал. Сейчас найдем. Мы же все сюда проходим, в этот раз пройдем. Ой, черепушка. Сидит здесь Григорий Анатольевич. А что он делает? Просто сидит? Григорьевич. Ой, меня засосало. Эй, мужик, я отвали. Тоже. Выпрыгивай. Он нас окунул, короче. Опасно, давай. Ладно. Засосет вас. Ого, звук. Опа. Может сюда? О, еще. Собаки злые. Осторожно, злая собака. Ого. А! Это я стрельнул собаку. Совпало. Чем? Это был спец... Она еще раз. Не, не берет больше. Так, слендер. Электричество, не? Мужик тут не липает.
Что нам с этой кубкой делать? Не знаю. Слышишь? Лялякаеч. Мужик рыгает. Когда... Find маме и чё? Так, давай сюда сходим. Да, мы вот здесь не были, кстати. Вон девочка стоит, неси ей куклу. А, куклу. Ой, ты дурак. Может, не ешь? Я их замочу. Там. Ебас, помоги. Так с арбалета стреляй, не убивает, что ли? Слышь, отвали ему, чудак. Серега, как их убить? Патронов нет, гениально. Да сдохни. Отлично. Ты отдал ей куклу этой вонючке? А, нет, вот. Вот она. Она. Давай я отдам, или давай ты. Забери что? Свою куклу, ты. О, исчезла. Опа. Офигенно. Чё, думал, конец уже прошли. Нет. Она не проходится, что ли? Далеко нет. А как от карту пройти, енот? А там вообще нету вроде конца. Там просто типа экскурсии. Как это? Ее можно пройти? А я помню. Пасхалки, приколы к приколу. И не так... помню, как она раньше проходилась. Да как проходилась? Как-то проходилась. Вспоминаю. Где Сережка? Здесь, может, сюда надо? Опять зомби встали. О, Димас, а я тут пасхалку нашел, ты где? А ты где? А я вот возле спауна, где церковь эта. Лечу. Где ворота? Лечу, лечу, лечу. Вот я. Кто там вдалеке? О, SCP! Офигеть, это реально пасхалка? Хейс холд бихэ. Тут чувак танцует, короче, кидает гранаты, типа. Ух ты, она меня убила, эта статуя. Замочила. Повернулся к ней спиной. Отвернулся и умер. Обстрался. Я думал, мы эту карту пройдем как-то. Так, ну а что с куклой делать, непонятно. Для чего-то надо эту куклу использовать, но я не знаю для чего. Может, тут надо положить куда-то? А помнишь светящиеся могилы? Куча там было светящихся могил. Да, может, на могилу реально положить? Да, из которых вылетели там. А, может, я пытался, но она не хочет. А может, там надо в определенную? А вот, смотри, светится вот тут вот. А, это просто, тю, блин. Это фонарь. А ну-ка, И ржет, и ржет. Попробуй. А вдруг надо под правильным углом подойти? Да. На куклу. Димас, ты где? Да вот. Смотри, видишь, рука на куклу. На куклу. Не хочет, не хочет. Так кто-то кричит постоянно. Все горят. Это кукла. Это куклу ищет, слышишь, крики? Да блин, не знаю, что делать. Ребята, кто знает, напишите. Вернитесь обратно в тот дом, там Мишка должен быть. Я ж там Мишку нашел, может, Мишку надо? Где Мишка? Я вот тут. В доме, помнишь? Там, где было, там, где голова вот эта отрубленная. О, Серега, я дверь открыл. А ты где? Там, где электрическая решетка вот убьется, где чувак замороженный. А, все, бегу. Выделся. О! Тут Фредди Крюгер на меня смотрит, слышь? Избей Крюгер. Его. Избей его. Да. Может, как-то отключить Крюгер. Надо? Крюгер, не трожь Димаса, побью за Димаса. Костюм. Воу, прикольный скримачок. Я прошел куда-то. Димас! Да. Я тут гнома нашел какого-то на мосту, где, помнишь, Григорий там? Да, да, да. А я на крыше дома стою, я тебя увижу со всей карты. Я вижу всю карту.
О, я вижу тебя, посмотри. Посмотри сейчас налево и наверх, я на крыше, вот. Представляешь, я залез официально. Так, я сейчас хожу, где горгули. Так залети на В. Ну тогда найди там, где Фредди Крюгер. Где Фредди Крюгер? Там, где электрическая решетка. Где электричество шпарило? Помнишь, там, где типа... Чувака, да. Белило. Туда давай. Я все вижу. И там будет Фредди Крюгер, на контур проходи. О, вот. Отлично. Вот что делать дальше, я не знаю. Колокол ударить. А, ну давай. Ой. Это что-то делает. Димас, беги! Чё? Ага, нормально. Видно. У меня жизни немного. Да? Так, колокол не работает. Крест. Крест светится. А горгули. Я видел в доме. В доме тоже крест светился. Горгули. Я много где видел такой. Крест светился. Ой, я попробую перепрыгнуть. О, я перепрыгнуть хотел, не получилось. А. Да, короче, я не знаю, как проходить эту карту, но очень прикольно, но ничего не понятно. Ребята, напишите в комментариях, проходится эта карта или нет, потому что мне кажется, она проходится. И, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну, а всем отличного настроения и всем пока!